важно, чтобы вы высыпались и чувствовали себя комфортно, потому что мы тоже хотим высыпаться вместе с вами. И специальное предложение только сегодняшнего дня. Это одеяло «Уютный сезон». Теплое, легкое одеяло, сделанное с любовью и вниманием, которое чувствуется в каждом касании. Представляет главный товар дня Юлия Колосова, дизайнер-декоратор с опытом воплощения проектов от типовых квартир до интерьеров загородных домов и объектов государственной важности. Между прочим, Юлия принимает участие в отборе премиум коллекции текстиля и является ведущим экспертом телеканала «Шоп-н-Шоп». Спасибо, дорогая, за яркое представление. Конечно, от того, как мы выспимся, очень многое зависит. И я вам на сезон очень сложный для сна, предлагаю современный, уникальный наполнитель. Именно вот такое воздушное облачко будет находиться в одеялах и подушках из коллекции «Уютный сезон». А это значит, ваш сон будет самым комфортным. Аналог лебяжьего пуха – это природный терморегулятор. Это замечательное, конечно же, соблюдение безопасности вашего сна, экологичный наполнитель. А чехлы, которые заключают его в себя, из мягкого полисатина. Это очень здорово, потому что чехол не скользящий, он бархатистый, он полностью стеганый, а это значит, вы одеяло сможете постирать и продлить срок эксплуатации вашей вещи. Одеяло и подушки допустимые к стирке, крепкие и надежные. Ну и качество, как всегда, в деталях. Обрати внимание, Леночка, у нас текстурированная лента, которая обрабатывает хорошо край, вы сможете одеяло даже отжимать на оборотах, и стежка крупными квадратами с закрытой кассетой. Значит, наполнитель не будет мигрировать, и ваше одеяло всегда останется ровным, структура сохраняется. Подушки воздушные с ортопедическим эффектом. Сразу одеяло и подушки меняем. Вот такое вот замечательное решение. Вы можете их дополнить к одеялу «Уютный сезон». Слушай, но самое главное дозвониться прямо сейчас, потому что спеццена держится только один день. И это единая цена на все размеры. Полутораспальный, двуспальный, евроразмер. И это еще не все. У нас есть еще и выбор оттенков для вашего интерьера, для вашего настроения. У меня в руках сейчас синий цвет, эффектный, красивый, мягчайший, теплючий и легкие подушки. Есть, кстати, цвет в цвет каждому дизайну. Давай посмотрим, какие еще есть интерьеры. Да, давайте посмотрим на голубой оттенок. Сразу скажу, что наше одеяло имеет функцию покрывала, поэтому мы разработали для вас яркие и современные дизайны, чтобы вы смогли не только укрываться, но и укрывать свою кровать и создавать дизайн спальни. Серый цвет – главный цвет года, как базовый оттенок, переходит в следующий год с нежными жемчужными цветами. Вы посмотрите, какие оттенки, располагающие к отдыху, расслаблению, специально пастельная гамма именно. Розовый цвет у нас с тропической историей, такой прямо динамичный рисунок тропиков, но при этом оттенок базовый. И бежевый цвет тоже очень спокойный, очень красивый. Такое ощущение, вы связали сами для себя это одеяло. Чехол для него, да, напоминает 3D-принт вязку крупную. Да, но я, кстати, хочу, что это главная новость нашего предложения бестселлера. Мы добавили новые цвета в бестселлер «Уютный сезон». Выбирайте свой цвет. Еще раз их напомню. Бежевый, голубой, розовый и серый. Размеры полутораспальный, двуспальный, евро. Внимание! Единая цена за любой размер абсолютно вашего теплого, уютного одеяла. Дозвонитесь прямо сейчас. Это праздник одной цены 999 рублей. Вот я тебе рассказывала историю, да? Как моя сестра из Иркутска приезжает, вроде бы сибирячка. И она, когда спит у меня, я ее застилаю постель, она, ой, жарко, она встает ночью и вытаскивает одеяло из-под одеяльника. Ну и потом уже, как истинная женщина, она замерзает просто под одеяльником и опять всовывает туда одеяло. И так всю ночь продолжается. Ну вот многие ищут баланс тепла, особенно в сезон, когда, ну, вроде бы и батареи активно работают, да, и окошко открываешь, боишься простудиться, ищешь это тепло. Вот аналог лебяжьего пуха, он полностью повторяет все свойства лебяжьего пуха, и поэтому хорошо регулирует тепло. Мы с вами это сейчас проверим. Давайте-ка проведем эксперимент, как у нас это получится. Мы сначала с вами измеряем поверхность нашу, ну, просто сверху. Что у нас с воздухом, что у нас с поверхностью над одеялом? 23,9. А теперь что у нас внутри? А внутри уже, я подержала быстро, уже 29. Сейчас, если мы туда сами ложимся, мы согреваемся теплом собственного тела и получаем уже 28, 29. Ну, то
есть те температуры, которые будут комфортны. Дальше нагревается уже, когда полежим побольше, да, до температуры, вот, пожалуйста, уже до 39 мы дошли. То есть мы можем нагреть сами. Полежали, нагрелись от тепла своего тела и получили тот самый комфорт. Когда у нас нет эффекта парника, то есть ты спишь, и у тебя нет испарины, тебе приятно и конечно. Хорошо. Ты не будешь вставать ночью и вытаскивать одеяло из-под одеяльника. И при этом тебе не холодно, то есть это именно баланс тепла. Ну вот давайте мы подвели, да, итоги некоторые уже промежуточные скажем. То есть это терморегулирование. Такой наполнитель хорошо пропускает воздух. Он абсолютно гипоаллергенен, потому что у него отсутствует статика, а также он очень экологичный. Я рекомендую такое одеяло-покрывало для всех. Слушай, ну а как же стирать такое покрывало-одеяло? А я тебе покажу еще одно преимущество современного, синтезированного, сверхтонкого силиконизированного наполнителя. Он не сбивается в комочки, и ты можешь постирать одеяло, продлив срок эксплуатации. Вот, например, обычное одеяло, да, ты не сможешь постирать, а это всегда освежишь вот после гостей, например. Ну вот я, кстати, хочу сказать, что если вы такая же царевна Несмеяна, как моя сестра, двоюродная из Иркутска, Инна, я передаю ей огромный привет, то обязательно это одеяло нужно вам. Будет уникальная терморегуляция в кроватке, вам будет комфортно. А еще вы его легко постираете, как давайте мы это сделаем прямо сейчас в прямом эфире. Ну вот, например, ватный наполнитель, да, вы постирали одеяло, и оно скомкалось и уже не вернется в свою форму. Если вы постираете одеяло «Уютный дом», оно все выстирается, но внутрь вода не попадает, внутрь волокон. И поэтому, посмотрите, вот она разница. Вы сможете постирать, и оно сохранит свою форму, ваше одеяло. А значит, вы продлите срок эксплуатации. Все это современные технологии от бренда Matex, который представил нам специальное предложение с более чем с 15-летним стажем компании. Да, смотрите, бренд Matex, продукция представлена в России, осуществляет поставки в Белоруссии, Грецию, Румынию, Германию. Это брендовое предложение, это единая цена 999 рублей за любой размер. Кстати, многие спрашивают, а вот такие яркие краски, красивые рисунки на нашем одеяле покрывали, они сохранятся после стирки? Абсолютно сохранятся, потому что чехлы из полисатина у нас окрашены по четырехбалльной системе. Ты знаешь, у устойчивости окрашивания есть такая шкала. И вот здесь очень устойчивый. Самое главное, еще и гипоаллергенный. Поэтому можно не заключать под одеяльник, и ты будешь укрываться мягким, дышащим полисатиновым чехлом, понимая, что он не выстирается. Ух ты, 5 цветов на выбор. Это бренд Matex, который соблюдает мировые стандарты качества и постоянно контроль качества также. Вы будете спать как младенец, как в уютном теплом облачке, которое будет вас согревать, давать легкость, давать дыхание. И это единая цена. Это праздник одной цены. И здесь у нас действует одна цена. 999 рублей за любой размер. Полутораспальный, двуспальный евро. Обязательно закажите вместе с подушками две подушки в комплекте за 699 рублей. Это специальное предложение дня рубрики «Дом». Спите с уютом и высыпайтесь. И делайте первые заказы, конечно, на телеканале Shop & Show.